Анонс и дата выхода первой серии нового турецкого сериала «Приговор». Премьера нового сериала состоится уже осенью на турецком телевидении. Более точную дату выхода мы сообщим чуть попозже. В первой серии мы увидим, как адвокаты никогда не зацикливаются на том, кто виноват, ли их подзащитный или же нет. Для них самая главная цель, так это защитить своего клиента любыми способами. Ильга сделал выводы о том, что даже если Джейлин будет знать про виновность этого человека, то несмотря на это продолжит его защищать. Джейлин подтвердила его догадки, и она считает, что каждый человек имеет право на защиту. Отцу Ильгаза никак не удается справиться со своим вторым сыном, который даже слушать его не хочет. Он постоянно врет, и это уже вошло в нормальное состояние молодого парня. Мужчина с самого детства пытался дать своим детям хорошее воспитание, но с этим сыном ему никак не удается справиться и научить хорошим вещам. Когда Ильгаз вернулся домой и услышал очередной конфликт между отцом и братом, то решил поинтересоваться у сестры, что между ними снова произошло. Она рассказала Ильгазу о том, что Чинар тайком взял кредитную карту отца и никак не может ее найти. В этот момент происходит убийство, и Ильгазу сообщают, что в одном из мусорных контейнеров было обнаружено тело мертвой женщины. Когда Ильгаз выехал на место происшествия, то обнаружил там кредитную карту, и теперь его брат оказывается первым подозреваемым. Отец Ильгаза был шокирован, ведь он сам много лет проработал в полиции, и для него всегда превыше всего была честь и достоинство. Напомним, премьера нового сериала состоится уже осенью на турецком телевидении. Если вам нравятся сериалы и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.